Так, утилиты, редактор сценариев. Так. Я ее заменил, я же заменил вроде, да? Да, значит эту. Я сразу говорю, блядь, я въебу на медленную скорость, я ебал. Потому что я, блядь... Чё говоришь? Я через паузу, ну нахер вас. Я тоже через паузу, через всю хуйню. И пауза, блядь, и замедленная скорость, но вот сразу. Хоп. Сейчас мы посмотрим, как что получится с нейтральными постройками, во-первых, где они. Так, так. Вот они, кондотьеры. Походу, это и есть нейтральная постройка. Здесь что? Вот, вот. Вот эта хуйня. Ну, это... Так, ресурсный предел. А здесь? Здесь-то ничего нету. Здесь надо. Ну, то, короче, блядь. Ладно. Как я там делал? Так. Здесь еще. Здесь я хуй узнает. Так, торговых путей здесь у нас 4. Блять, хуй, блять, знает. Через рудокопов хуярить будем. Или вообще не будем хуярить. Сделать рудокопа? Наверное. Наверное, рудокопа сделаю. Пускай. Пока через промышленные не буду играть. Здесь у нас двоечка. Здесь четверка. Так, и исследование. Ну, так вот. Ну и по распределению, конечно. Ух, ёб твою мать. Я вас понял. Понял, что не стоит, да, или что? Я пошел желтым освобождать всех военнопленных, а мне проносит немножко город, да и пронесут его в итоге. Так что так, вот эта хуйня есть, это вообще заебись. Можно ее, кстати, даже выкупить сразу. Выкуплю, хули тут вала ебать. И еще одну построю. И так, что не там скорость-то, блядь? Ну и тут, конечно, надо этот крепость сразу тоже ставить. Потому что без крепости у желтого залупа будет. Так, барак сюда. Это исследуем. И это строится все нормально пока. Шахтер идет. А кстати, смотри, видел Роберта второго уровня? Он почему-то, ну вот какой-то баг, он прокачивается. Надо запомнить. Сейчас у него 895, еще третий апнет уровень. Пехотику построим. Так, это исследуем. У этого петуха что здесь? Сюда. Ну хуй знает, давай драгуна ебанем, потому что тимонием надо пока. Ну, в итоге мы имеем инкома побольше, если танк понерфлен, должно быть попроще. А, и тут шахтеров ебем, пускай побольше добывает. После крепости надо будет город строить. Здесь уже залупа с населением. Это уже получается чё? Здесь военные точно надо сделать. Блять, отменить пока его нахуй. Все это теперь стоит. Так, вот эти дурачки точно съебитесь. Да вы наперед, блять.
Так, СТП. Значит, сколько у нас? Три. Этот куда летает? Смотри, они долбоебы, они летают хуй пойми. Так, давай-ка. Этот нормально летит. Вот этот. Хуёво летит. Этому надо куда-то, блядь. Хуй знает, еще и этот есть. Подожди. Этот уже полетел. Давай-ка вот сюда лети. Где там, вот сюда. Торговлю себе откроешь. У меня что-то я мимо не понимаю. Блять, самая залупа еще вот эту торговую хуйню, блять, разобрать. Сейчас здесь откроются две шахты, будет более-менее. Ну этот с лагерем, ладно, торгует. Лагерь мы видели. Этот сейчас шахты откроет. Где-то здесь. Тут шахта. И второй. Где второй? Вот он. Так. Здесь пока спокойно. Что у нас, кстати? Скоро будем ставить крепость. Здесь уже есть крепость, значит уже все заебись. Более-менее. Тогда райончик. Ну, на город надо копить. Улучшать. Вот эта музычка мне нравится. Так, стопэ. Сюда торгуешь. Хорошо. А ты сюда. А, военный надо въебать, я забыл. Чё, пока никто не... Вот здесь пошли. А, это рудокопы ебаны. Так, здесь крепость. Здесь крепость проебал. Так, как-то более наперед ее вот так вот въебать. Так. И подтянуть всех. О! Вот это вот в тему стоит хуйня. Вот как опорный пункт, потом ее сделаем. Хуй знает, это я не видел. Ладно. Но тут, конечно, будут эти петухи идти отсюда. И они будут разъебывать, если караван будет туда летать. Здесь, кстати, что у нас по караванам? Один сюда, а этот сюда. Здесь их два пока, нормально. Ну, вот 15 торговых путей, как они летать будут, я хуй его знает. Они-то, видишь, они считают вот эти вот шахты, вот эти дальние, блядь, этот город считают. Так, чё, зелёно. Сейчас пока танк не пошел, танк пойдет, посмотрим, что с танком. Так, ну и здесь что? Ебем тоже. Как-то вроде посвободнее, да? Так, денежный доход. Так, а эти-то? Так, тут их три, они-то... А, да, они сюда торгуют. Ну давай. Построим, блядь, телескопчики. Пошел танк. Давайте посмотрим. Танк, стрельба на ходу. 39 наземная, 41 осадная. Косарь ХП. Не понерфил нихуя танк. Сейчас пизда будет нам. Надо идти вперед.
крепость отстроится, надо съебаться. Так и здесь напали заодно. Нихуя, смотри, джаггернаута пол хп снесли. Это же вообще пиздерсия. Тут отступим по-любому, блядь. Что сделаешь, блядь? Так, я тут этот поставил. Хуй знает, копить на великий нет или еще въебать. Давай его, блядь, сюда. Еще военный дубек, короче. Кстати говоря, вот эта хуйня, что стартовая, вот этот меч, это, ну, такое очко вообще. Юниты проебываются. Джаггернаут фуловый, блять, крепость достраивается. Бля, пиздец. Ну ладно, блядь. Ишь как, считай, разъебал джаггернаут. Все. Хуй знает. Так, чё наверху? А тут их уже два, блядь. Нахуй. Надо съёбывать. Не, я надо нерфить танк. А это являются большими юнитами? Конечно, являются. Блять. Они охуенно большие юниты. Не, блять, я не знаю, как там дальше будет. Сейчас посмотрим. Хуй знает, что тут можно сделать-то, блядь. Чш, я вообще не ебу, блядь. Минус джаггернаут, просто пиздец. Это чтобы построить его, надо еще город, блядь. Ну, их три наверху, блядь. Нет, нихуя, два танка идет, хули делать. Они сейчас, если вдвоем начнут стрелять по этой. Ой. Не того выбрал. Крепость просто расхуярит. Этот второй сейчас начнет по крепости хуярить. Выкупить нельзя, пока денег нет. Да не, хуй знает, залупа. Нерфить его надо. И вот этот ебучий. Не, слишком мощный. Еще духу ищешь. Не, пизду я, наверное. Хуй знает, с непонерфленным танком. Ну хуй знает, вот их два. И что ты тут сделаешь с желтыми?